Привет, зрители YouTube. Хочу показать вам, как я распиливаю газовые баллоны, как я это делаю. Безопасно для себя и для других. Я вот открутил вентиль вот этот, и сейчас наполняю водой. Вот этот автомобиль-то легко. Открутил 6 и заполнил водой. А вот этот вентиль, он немножко конусообразный. Открутить некоторые не могут, мучаются, отпиливают, дырявят. Ни в коем случае не делайте этого. Вот он конусообразный, резьба нормальная, правосторонняя, вот, налево откручена, направо закручена. Единственное, я беру вот такой ключ, вот, и с трубой, через трубу все баллоны откручиваются, никаких этих проблем нету, только единственное, надо зажать. В тиски зажимаю, вот за это место. На крайняк уже, когда не зажимается или что-то, в каких-то случаях, бывало, что я даже приварил вот здесь, потому что здесь безопасно, баллона не касается, вот этот. Сюда прихватываю и этот, ну вообще в тиски зажимаю, вот так лежа в тиски, у меня все получается. И через трубу откручиваешь. Просто смотрю ролики, кто дырявит, кто то-то все. Ну, сначала, конечно, надо стравить газ с баллона. Потом открутить, потому что стравливается тоже. Как я переливал баллон, смотрите в предыдущем видео. Я оставлю ссылку внизу, в описании. Потому что я взял баллон, у меня весь полный. Обычно раз стравил, походишь, опять стравил, ну, прежде чем откручивать. А здесь пришлось переливать. И, в общем, сейчас я вот заполню водой, подключу его обратно, с водой уже, закрою. Размечу, как мне надо распилить, что я хочу из него сделать. И без проблем. Также этот, я сейчас буду делать смокер из этих двух баллонов. Сейчас я вот водой залил, опять вставлю все, закручу, размечу и распилю, как мне надо. Кому интересно, смотрите, ставьте лайки, колокольчик жмите, потому что я буду делать смокер. Наблюдайте. Это очень интересная тема. Всем пока.